из Киева, из демонстрации на Опельку, который был куплен в Литве за 950 долларов. Вот поезд, мы поезд обгоняем, вот спидометр. Форточку закрою, чтобы не шипело. Так что вот такие машинки, ребята, да. А то, что говорят, что старые машины разорваны, это все бред. Говорят, те, кто катается на Ланосах, продолжают кататься, на Жигулях, на Москвичах. Понятно, были бы лишние деньги, и он бы рискнул той тысячу долларов, поехал бы себе и купил. Я знаю, как они зарабатываются тяжело, это 1000 долларов. Рисковать боятся. Так что вот так, ребят. Маленькая победа уже есть. Сняли закон Барбака. Как бы не будет пихать он его в Раду. Маленькая победа есть. Дальше будет.